see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Когда в последний раз ты вообще не употреблял наркотики, Джеймс? В 11 лет. Я хочу быть не просто чистым, я хочу жить. Я думаю, что это его последняя ночь. Я должна забрать его с улицы, иначе потеряю его. Добро пожаловать домой. Даже не знаю, что и сказать. Кто здесь? Кем бы вы ни были, вам лучше уйти. В прошлом я упускал все возможности, что мне предоставлялись. В этот раз такого не произойдет. У него теперь новая кличка. Боб. Ты его не оставишь, не правда ли? Так какую жизнь ты проживаешь? Я так полагаю, девятую жизнь. Вы не можете фотографироваться с животными на этом фото. Он не какой-то там животное, он мой товарищ. Подсобите, кто чем сможет! Каждому из нас в жизни выпадает второй шанс. Проблема в том, что не каждый может им воспользоваться. К счастью, в моей жизни появился такой замечательный друг, который дал мне этот второй шанс. Так и быть, я с тебя это сниму, но ты не будешь лизать свои швы, хорошо? Хорошо. Это авокадо. Такое спелое и свежее. По пути сюда сменило 4 самолета. Равно как и другие продукты. Только так можно добраться в холодный Бэрроу на Аляске. Адам, что-то материальчик у тебя пошел слабоватый. А это что? Думаю, в Бэрроу есть еще одна отличная история. Это сплошной лед. Отсюда до океана он простирается на целых 5 миль. 3 серых кита попали в ловушку. Они окружены льдом толщиной 15 сантиметров. У тебя в беде киты, а ты мне даже не позвонил. Я не позвонил, потому что ты им ничем не поможешь. Нет, всегда можно как-то помочь. Рэйчел, познакомься с Фредом и Уилмой. А это малыш Бам-Бам. Обещаю, мы вас спасем. Губернатор Хаскель, не могли бы вы направить туда ледокол, чтобы он пробил лед вокруг китов? Вы что, шутите? С каждым потраченным впустую часом надежды на спасение все меньше. Вода продолжает замерзать. Нам очень нужна поддержка губернатора. Но ему до нас, к сожалению, нет дела. Как же я ее ненавижу. Мы сделаем все, что в наших силах. И спасем этих бедняжек. Добила своего, да? Национальная гвардия проведет ледокольную базу и доберется до ловушки. Да это проще простого. В Арктике просто не бывает. Это колоссальной сложности задача. Все усилия направлены на то, чтобы спасти китов. Когда в душе остается надежда. Температура резко понизилась. Нам не угнаться за льдом. Абсолютно весь город опустел. Ведь все от мала до велика самоотверженно помогают пробить путь к океану. Когда в сердце живет отвага. А где Бам-Бам? Что же он не всплывает? Может, он ранен? И не думай нырять, это слишком опасно. Когда одна цель объединяет всех. Единственный ледокол, находящийся поблизости, принадлежит русским. Мне не нужны русские на нашей Аляске. Тогда киты погибнут. Рождается настоящее чудо. Они хоть и большие, и сильные, но так похожи на нас. Им тоже бывает больно, им тоже бывает страшно, им тоже иногда нужна чья-то помощь. Все любят китов.
Сюда нельзя въезжать на машине. Вы что, знаков не видите, что ли? Я-то вижу, а вы, наверное, ослепли. Где машина? Чтобы ваш пес больше не дудонил на наш асфальт. Не слушай злобного старикана, принц. Андрес, ты видел, что этот дед творит? Что ты псу сделал? Это не пес, это зимний сапог с глазами. 27 августа ты взяла у меня шланг. Отдавай его. Будешь поливать сад в марте? Раз ты свой поливаешь, то и я буду. Что с тобой творится, Уве? А я скажу, что ты упрямый самодур. Вы ему жизнь спасли. Его жизнь. Это же его жизнь. Мне тебя не хватает. Покончить с собой не так просто, как ты думаешь. Выйдешь за меня? Да. Что? Да, выйду. Уве! Уве, ты не умеешь умирать. Я кое-что придумала. Хватит хвастаться. Подъем, подъем. Значит так, комнату убрать и только потом спускаешься, ясно? Это единственный мир, который она знала. А теперь широко улыбаемся, семейство Туи. Налетай. Все говорим маме спасибо за покупки. Спасибо, мам, спасибо. Это единственный мир, который был знаком ему. Он успел пройти через 7 школ, плюс пробил в 1.5 года в 10-летнем возрасте, когда он не учился вообще. Обычно детей с таким прошлым мы на пушечный выстрел подобным школам не подпускаем. Ребята, это ваш новый одноклассник Майк Ойер. Помогите ему почувствовать себя как дома. Привет. Ты улыбайся, так они поймут, что ты друг. Кстати, я Шон. Кто это, милая? Большой Майк. Почему он в футболке? Температура почти минус. Тебе есть где переночевать? Не смей врать. Идем. Может, зря я это сделала? Ерунда, всего-то на одну ночь. Ведь на одну, да, милая? Вот, пока не придумаем, где тебя разместить. Это все мне? Так точно. У меня никогда ее не было. Своей комнаты? Кровати. Фильм основан на реальной истории. Вы, конечно, молодец и все такое, но не удивляйтесь, если однажды утром он исчезнет. Майкла видели? Вчера вечером. Найдешь, напомню ему, чьи в лесу шишки. Угрожаешь моему сыну, угрожаешь мне. Майкла готовы принять в футбольную команду, начиная с марта. Команда, твоя семья, Майк. Смотришь на него, видишь меня. И защищаешь меня. Ты защитишь семью, Майк? Так точно. Совсем другое дело. Что за здоровяк сидит с твоим мелким? Старший брат. По-моему, ты просто молодец. Сандра Буллок. Ты изменила его жизнь. Нет. Он изменил мою. Невидимая сторона. Генри Джозеф Чёрч мог стать кем угодно. И стал поваром. Его секретом был джаз. Доброе утро, познакомились, Шарли? Официально нет. Здравствуй, Шарлотт, я мистер Чёрч. Когда в нашей жизни появился мистер Чёрч, он мне не нравился. Надеюсь, ты не против, я всегда ношу с собой книги. Ненавижу читать, но вскоре я не представляла жизни без него. Мистер Чёрч, можно взять книгу? О чем Ричард с вами договорился? Он просил меня готовить для вас с дочерью до вашей кончины. И все это время
я не знала, что мама больна. Обо всем я узнала намного позже. Какая же ты красавица! Я поступила в Бостонский. Я тобой горжусь. Какая разница? Ты ведь все равно не доживешь. Мама была для меня солнцем. А мистер Чёрч был луной. Спокойный, хладнокровный, всегда рядом. Режиссер Брюс Берресфорд. Что теперь будет? Позвони в Бостон и скажи, что Шарлотт Брукс будет их студенткой. Забавно, насколько все меняется в жизни. Я думал, к этому моменту ты будешь серьезным писателем. После смерти мамы нам пришлось нелегко. Ты что делаешь? Я просто... Тебе пора. Одно правило не можешь выполнить. Мне надоели секреты и вранье. Я просто хотела поговорить. Но что бы в жизни ни случилось, как бы тяжело ни пришлось, тебя всегда будут ждать дома. Тебе есть где жить? Она живет со мной. Ты подарила мне самое важное в жизни. Ты подарила мне семью. Мистер Чёрч. Фильм основан на реальных событиях. Как сказал поэт Данте, посредине своего жизненного пути оказался в темном лесу, потому что потерял верную дорогу. Со временем я найду эту дорогу, но в самом невероятном месте. Госпиталь Ферфакс, психиатрическое отделение. Сколько пальцев ты видишь? Придурок. Перестань так ко мне подкрадываться. Так сколько? Четыре. Четыре? Четыре? Еще один идиот. Мой отец умер, когда мне было 9. Он был военным и редко бывал дома. За 2 недели до смерти он сказал мне, что чувствует, будто потерял свою душу в Корейской войне. И мне все время казалось, что это произошло и со мной. За последний год я переезжал 7 раз. Сменил несколько мест работы. Меня все не устраивало. Нигде не было мне места. Мне помогал дядя, он навещал меня. И он меня слушал. А я думал, что если подожгу свои выхлопные газы, то смогу долететь до Луны или хотя бы до Урана. А если это мне не удастся, то смогу скакать на своем пенисе, как на деревянной лошадке, и так передвигаться. Простите? Да, это хорошо. Что ж, по-моему, ваше лечение идет прекрасно. Мы еще побеседуем на групповой терапии. Спасибо. Здесь 4 пальца, Артур. Нет. Посмотрите на меня. Что? Вы фокусируетесь на проблеме и поэтому не видите решения. Никогда не фокусируйтесь на проблеме. Смотрите на меня. Сколько вы видите? 8. Именно. Это правильный ответ. Да, нужно увидеть то, чего не видят другие, чего другие не хотят видеть, из страха, из конформизма, из лени. Учитесь видеть весь мир заново, каждый день. 2 года спустя. Наша задача здесь безжалостно и бесповоротно изгнать из вас человечность и превратить вас в нечто лучшее. Мы сделаем из вас врачей. Целитель Адамс. Comments are still headed. Что там еще по телеку? Давай переключай. В прямом эфире из самой большой в мире телестудии шоу Трумана. Класс! Доброе утро! Привет! И на случай, если не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Что если... Никакого сценария, никаких подсказок. Доброе утро, Спенсер! Как поживаешь? Что если бы каждый момент вашей жизни передавали в эфире? Сколько камер установлено в городе?
5000. Трумэн – первый ребенок, легально усыновленный корпорацией? Так точно. Гениально. Что, если бы все вокруг только подыгрывали? Привет, милый. Смотри, что мне подарили на кассе. Можно мыть в посудомойке. Потрясающе! Что, если бы окружающий мир оказался искусственным? Дайте солнце, хотя мир, в котором он живет, не настоящий. Мне нельзя с вами разговаривать. Дело во внешности? Не ваш тип? В самом Трумэне нет ни капли фальши. Но что, если бы вы об этом не знали? До сегодняшнего дня. Вокруг происходит что-то странное. Готовь камеру в кольце. Он смотрит на нас, думаешь, знает? Кажется, я во что-то вляпался, во что-то серьезное. Мы принимаем ту реальность, которую нам подают. Они все актеры, Трумэн, беги отсюда, они найдут меня. Трумэн, Трумэн! Трумэн! Что-то изменилось? Нет, ага. Вы можете оказаться на другом конце света. Оказывается, весь мир вращается вокруг меня. Все как-то задействованы. Я собираюсь отъехать на время. Однажды вы можете понять, что это не ваша красавица-жена. Вы спросите себя, как я тут оказался. Я точно не задействован, Трумэн, потому что ни за что на свете не стал бы брать тебе. Даем музыку. Героический кадр. Он сбежал. Это обычный дым? Да! Повторим? Нет! Найдите его. Куда же ты собрался, Трумэн? Ты справишься. Как его остановить? Дайте молнию. Это все, что вы можете? Прекратить трансляцию. Чем все закончится? Хороший значок. Сам часто задаю этот вопрос. Джим Керри. Шоу Трумэна. Узнайте, чем закончится. Давай, Трумэн! Нью-Дели, Индия. 30 января 1948 года. Ганджи-Джи был тяжело болен. Людей больше, чем вчера. Да-да, придут Неру, Патель. Какое счастье, мы его увидим сегодня. Мы не опоздаем на молитву. Доброе утро. Бабу уже опаздывает на молитву. Эти почести воздаются человеку, который при жизни был всегда частным лицом. Не имел состояния и имущества, не имел также официального поста или звания. Махатма Ганди никогда не правил странами, не был владельцем земельных угодий, не мог похвастаться открытиями в науке или артистическим даром. И тем не менее, правительство и простые люди всего мира склонились перед памятью этого маленького смуглокожего человека в набедренной повязке, который привел свою страну к свободе. А вот что сказал Альберт Эйнштейн. Возможно, грядущие поколения вряд ли поверят, что такой человек из обыкновенной плоти и крови ходил по этой земле. Фильм Ричарда Аттенборо «Ганди». Мы ждем, сэр. Чего ждете? Рядового ДОСа.
кто этот чертов ДОС? Я мечтал поступить на медицинский, но знаний не хватает. Я не могу остаться, позволив им умирать за меня. Что ты собираешься делать на войне с твоими-то идеями? Там, где повсюду смерть, я буду спасать жизнь. И так отдам свой долг родине. Правительство Соединенных Штатов приготовило вам подарок, созданный, чтобы уничтожать врага. Простите, сержант, я не возьму в руки оружие. Не можешь убивать. Не могу. Ты в курсе, что убивают на войне сплошь и рядом? Рядовой ДОС не верит в насилие. Не надейтесь, что он выручит вас на поле боя. Не думаю, что дело в религии. Скорее, ты просто трус. Я полюбила тебя, потому что ты был не такой, как они все. Говорят, тебе грозит тюрьма. Но я никогда не смогу себя простить, если предам свои убеждения. Мир явно вознамерился разорвать себя на части. И что такого плохого в том, что я его хочу немного подлатать? Рядовой ДОС, вы вольны отправиться в пекло боя без оружия и возможности себя защитить. Не бойся, я вытащу тебя. Вам нужно это увидеть. Кто их вынес? Трусиха ДОС. Завтра опять штурмуем высоту. Парни отказываются идти без тебя. Помоги. Ты должен мне доверять. Молю тебя, Господи, дай мне спасти еще одного. Дай спасти еще одного. Это прекрасный принц из реальной жизни. С тех пор, как он переехал в Тоскану, его жизнь стала сказкой. Здесь он встретил девушку своей мечты. Но есть одна небольшая проблема. Она выходит замуж за другого. Теперь он сделает все, чтобы завоевать ее сердце. Увезет ее навстречу закату. И подарит прекрасный дом. 5 лет спустя его сказка оказывается под угрозой. Чтобы защитить свою семью, любящий отец должен что-то предпринять и превратить суровую правду жизни в обычную игру. Miramax Films с гордостью представляет выдающуюся кинокартину, созданную национальным достоянием Италии Роберто Бенини. Это история о том, что любовь, семья и воображение помогают преодолеть все. Жизнь прекрасна. На то, что я их сброшу. Блин. Руки на капот, выходи! Поднимаем. 200 на эскорте. Чё, не понял? Я сказал, руки на машину! Сейчас же вышел из машины, быстро! Да не может он выйти! Парализованный он, блин!
В больницу я его везу, понял? Конечно, не торопись, тут есть о чем подумать. Ладно, не теряй время, садись. Ребята, по машинам, проводим их. Быстрее. Как не стыдно. Как это у вас вообще получается, эта пена? Блоха. А вам не мешало бы, наконец, сдать на право? Ну все, все довольны? Лови! Ни хрена себе! Не наигрались еще, нет? Вы вообще ничего не чувствуете? Филипп злой, очень злой Филипп. Если уши покраснели, значит вы возбуждены? Да, это так. Я едва его знаю. Я не буду потирать ему задницу. Это вопрос принципа. За тебя все беспокоятся. Что это за тип? Прямо Барак Обама. Правда? Он что, побил соседа? Сюда, сюда! Кто такой? Читай. Теперь вникай, вникай, вникай. И вали отсюда. Крутись! Она явно меня хочет. Можем сообразить на троих. Ух, нервная! Ты прав, он не слишком мне сочувствует. Но он здоровый, сильный. Руки, ноги на месте, голова работает. Все при нем. Твою мать! Идиот! Какой ужас! Что это с ним? Ты шипишь. Сегодняшний день войдет в историю. Его будут помнить через много лет. Молодые будут спрашивать про этот день. Сегодня вершится история, и вы вошли в нее. 600 лет существовал еврейский Краков. Подумайте об этом. Но сегодня вечером эти 6 столетий канут в небытие. Их никогда не было. Мы вершим историю. Говорят, у вас не умирает никто. Ваш завод просто рай. И еще говорят, что вы очень хороший. Кто говорит? Все говорят. Я мог бы спасти еще больше. Кто спасет одну жизнь, спасет весь мир. Когда-то все это должно кончиться. Этот список — само добро. Этот список — сама жизнь. А со всех сторон его окружает пропасть.